вчера, 29 января, в 3:00 пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина. Санкт-Петербургские ведомости, 1837 год. Из письма Василия Жуковского. Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо. Какая-то удивительная мысль на нем развивалась. Что-то похожее на видение, на полное глубокое знание. Вглядываясь, мне невольно хотелось спросить, что видишь, друг? От хладных прелестей Невы, от вредной сплетницы молвы, от скуки столь разнообразной. Меня зовут холмы, луга, тенисты клёны огорода, пустынные речки берега и деревенская свобода. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвращаться вольным в покинутую тюрьму. Приятель Пушкина Алексей Вульф. Играли на бильярде. Пушкин сказал: удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо об Игоре и Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра, а Александрову пером Курбского. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14 декабря. Я непременно напишу историю Петра. Вольный замысел вольного поэта.
великан Преобразитель. Мудрый государь, волею его предопределены судьбы Отечества. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Император Николай Павлович, наследник дела Петра Великого. Шеф тайной полиции Бенкендорф. Пушкин после свидания со мной говорил с восторгом о вашем величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить ваше здоровье. Он все-таки порядочный шалопай, но если направить его перо, это будет выгодно. Пушкин Плетневу. Я женат и счастлив. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился. После святой недели отправлюсь в Петербург. Мочи нет, хотелось бы остановиться в царском селе. Лето и осень провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний. Чего кажется лучше? Фрейлина Россет. Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева. Днем он с увлечением пишет свои сказки, а по вечерам гуляет вокруг озера. Он необыкновенно весел и забавен. Пушкин Плетневу. Двор переехал, царское закипело и превратилось в столицу. Июльское утро. Нечаянная встреча. В дальней аллее отставной чиновник Пушкин раскланивается с государем. Беседует. Почему-то речь заходит о Петре. Мне хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме. Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники.
И я согласен. А пока беру тебя в службу и назначаю историком Петра. И тут, еще никому не слышный, начинает звонить колокол. По ком? Пушкин Бенкендорфу. Заботливость государя, истинно отеческая, глубоко меня трогает. Мне давно тягостно бездействие. Не смею взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнее мое желание — написать историю Петра Великого. Хочу писать историю Петра. Вольный замысел вольного поэта. Все исполняется по слову государя. Определить в коллегию иностранных дел нашего поэта Пушкина с дозволением отыскивать в архивах материалов для истории императора Петра. Назначить господину Пушкину жалование. Придворный историограф. Завидная должность. Князь Щербатов при Екатерине, Карамзин при Александре, прямые критики монархов, воплощенная совесть времен. Царское село помнило, как по утрам государь Александр Павлович стучался в окошко к Карамзину. День начинался с прогулки по аллеям зеленого кабинета. Император и историограф мирно беседовали обо всем. Карамзину при дворе смертельно завидовали, но авторитет его был непререкаем. Советник царя, вельможа, достигший высшего положения историческими трудами. Почтмейстер Булгаков брату. Лестно для Пушкина заслужить место Карамзина. Пусть употребляет талант свой на дело полезное, а не на вздорные стишки. Чиновник философов родителям. Говорят, государь сделал Пушкина историографом. Пустили козла в огород. Помещик Языков брату-поэту. Сомневаюсь, справится ли Пушкин с историей Петра. Главное, хватит ли у него терпения читать и думать. Многие сомневаются. Написать историю Петра стало делом чести. Пушкину открыты некоторые секретные архивы империи, в их числе следственное дело царевича Алексея Петровича. Поэту доступна библиотека Вольтера с ее мемуарами послов при дворе Петра Великого.
Каждое утро отправлялся Пушкин в архив. Даже летом с дачи ходил пешком для продолжения своих занятий. В ведомстве иностранных дел ему отведена особая комната. Однажды, переписывая письмо Петра, пытается скопировать почерк государя и начинает понимать теперь яснее, слава Богу. Пушкин князю Долгорукову: «Я предпочел бы остаться запертым на всю жизнь, чем работать 2 часа над делом, в котором нужно отчитываться». За историю Петра предстояло отчитываться перед самим царем. Но главное, на смену вольному замыслу пришло официальное задание. Лицо императора Петра I должно быть предметом благоговения и любви. Государь Николай Павлович. От Пушкина ждут лучезарного лика Петра. Нынешнее царствование – продолжение усилий гения. Но оснований для сближения 2 государей мало. Революция во Франции и восстание патриотов в Польше испугали Николая. Ему не до реформ. Между тем, вот и блинная неделя, и мы с бала на бал катимся, как по маслу. Пушкин историку Погодину в Москву. На Масленице царь заговорил со мной о Петре. Я тут же представил, трудиться одному над архивами невозможно. Кого же тебе надобно? Погодина. Государь нахмурился, но я успел вас отрекомендовать. Таким образом, дело слажено, и архивы открыты. Ожидаю с распростертыми объятиями. Не дождался. Из дневника Погодина. Письмо Пушкина о Петре. Пошли удачи. Пушкину хочется свалить с себя это дело. С историей Петра Пушкин остался один на один. Управляющему делами 3-го отделения Мордвинову. Милостивый государь, в продолжение последних лет занимался я историческими изысканиями, не написав ни строчки чисто литературной. Мне необходимо 2 месяца провести в совершенном уединении. Путешествие нужно мне нравственно и физически. Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, во всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? Я уехал в самую бурю. Нева была так высока, что мост стоял дыбом. Путь Пушкина по Волге.
на Урал, в Болдино. Писатель Владимир Даль. Пушкин рассказывал, чем он занят теперь. Он воспламенялся, коснувшись Петра Великого. Я не могу обнять умом этого исполина. Изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Болдино. Осень. Ночь. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Языков историку Погодину в Москву. У нас был Пушкин с Яйко. Собирал дисказания о Пугачеве. Заметно, что он вторгается в область истории. Для стихов еще бы туда и сюда. Собирается сбирать плоды с поля, на котором ни зерна не посеял. Бывший директор лицея Энгельгард, выпускнику Матюшкину. Говорят, Пушкин занимается историей Петра Великого. Не знаю, по нем ли дело. Жизнь Петра величественна, удивительна, но жестокая проза. В Петербург Пушкин вернулся с медным всадником, с материалами к истории Пугачева, к капитанской дочке. Но последовал чувствительный удар. Ему присвоено скромное придворное звание камер-юнкер. Царю наперсник? Немало. Шут. Я пожалован в камер-юнкеры. Довольно неприлично моим летом. На двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Онечкове. Нового камер-юнкера друзья обливали холодной водой. Будучи вне себя, он хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. Дневника Алексея Вульфа. Пушкин возвращается к оппозиции. Поздно. Пушкин жене. Не толкуй моих жалоб в худшую сторону. Я должен был жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу. Теперь на меня смотрят как на холопа, с которым можно поступать как угодно. Опало легче презрения. Пора, мой друг. Пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый день уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Не видала ли девица
За 3 года от начала работы ни одной связной страницы истории Петра. Вещи вольные, незаданные, идут, а истории Петра нет. А что если упростить задачу? Отныне на письменном столе поэта Тома Голикова. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. Из статьи Виссариона Белинского. Отрадное явление этот Голиков. Полуграмотный купец, будучи освобожден из тюрьмы Екатериной по случаю открытия монумента Петру Великому, падает перед ним на колени и дает обет составить историю Петра. 30 томов остались памятником его благородного рвения. Старинные тома Голикова почти полвека читают все и всюду. По словам одной из фрейлин, сам император Николай Павлович – большой поклонник деяний. Многое знает наизусть. В 1934 году Пушкин начинает конспект деяний. Начало конспекта. Петр родился в Москве. Рождение царевича праздновали при пушечной пальбе и колокольном звоне. Пушкин жене. Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку. Скопляю материалы, привожу в порядок. И вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой. Петр идет. Того и гляди, напечатаю первый том к зиме. Живя в нужнике, поневоле привыкаешь, и вонь его тебе не противна. Ух, удрать бы на чистый воздух. Письмо Пушкина жене скрыто жандармами. Царь читал сам, лично. Какая безнравственность в привычках нашего правительства. Пушкин государю. Я
вынужден оставить службу. Я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы не было взято обратно. Я не удерживаю. Но в таком случае между нами все кончено. Прошение об отставке отозвано. Пушкин жене. На днях я чуть было беды не сделал, с тем чуть было не побронился. И трухнул-то я, да и грустно стало. Хорошо, коли проживу еще лет 25, а коли свернусь прежде 10, что скажет Машка, а в особенности Сашка? Утешения им мало будет, что папеньку схоронили как шута, и что маменька, ужас, как была хороша на Анечковых балах. Пушкин. Продолжение конспекта Голикова. Указы о чистоте улиц, о мостовой, о сборе ульев и прочее, и прочее. Балы, рауты, царские выходы. Придворный Пушкин участвует в них. Иногда с удовольствием, иногда по обязанности. И все-таки его смущают встречи с государем. Вдруг спросит, где история Петра? Пушкин жене. Государь оставляет меня в Петербурге и не дает способов жить своими трудами. И я теряю время, силы душевные, и не вижу ничего в будущем. Пушкин. Заметки на полях конспекта. Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра и временными его указами. Первые – суть плоды ума обширного. Вторые – жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Он был странный монарх. В декабре 35-го точка. Конспекты Голикова, архивы, выписки отставлены. Не навсегда ли? Спустя 2 месяца Пушкин вызывает к барьеру 3 случайных людей. Хлюстин, Репнин, Сологуб. Погибни Пушкин тогда, кто вспомнил бы о Дантесе, о долгах, о других тяготах поэта? Дуэль развязывала все узлы. За нее полагались удаление со службы, ссылка в деревню, опала. Опала легче презрения. Что он здесь последний раз. Повод печальный. В Святогорском монастыре хоронит мать Надежду Осиповну. Покупает землю для семейного склепа, для близких, для себя.
Пушкин московскому другу Нащёкину. Я подыскал в Михайловском могилку сухую, песчаную. Как покойно будет лежать здесь. Пушкин жене из Москвы. Жизнь моя пребеспутная, в архивах не роюсь, с книгопродавцами не сторговался. Нащёкин встает поздно, я с ним забалтываюсь, и день прошел. В Москве Пушкин окончательно понимает, набегом с архивом Петра не совладать. Труд медленный, постоянный, нет на это ни времени, ни терпения. Модест Корф шлет Пушкину список книг о Петре. Барон хочет помочь старому лицейскому товарищу. Пушкин Корфу. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился. Большая часть книг мне неизвестна. Что легко усидчивому чиновнику Корфу, не дается поэту. Как написать правдивую историю Петра? Тысячи жизней положены в основание новой столицы. Убийство царевича Алексея, казни, доносы, бражничество при дворе. Изнанка славных дней. Есть от чего прийти в отчаяние. Из беседы с актером Щепкиным я разобрал много материалов о Петре и никогда не напишу его истории. Есть факты, которые я не могу согласить с личным к нему уважением. Как показать Петра, когда он с яростью приносит все в жертву своей цели, государя, который разбивает зубы нежелающим отвечать на допросах? За ним повсюду всадник медный. Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Но я не должен был вступать в службу. Пушкин недостаточно воздает должное Петру. Его точка зрения ложна. Он видит в государе сильного человека, не гения. Великий князь Михаил Павлович. Осенью светский Петербург обсуждает очаровательный роман Натальи Пушкиной с кавалергардом Дантесом Геккерном. Поэт-рогоносец куда занимательнее неудачливого историографа. Но свет злопамятен. В анонимном дипломе, посланном Пушкину почтой, намек на историю Петра весьма прозрачен. Командоры и кавалеры единогласно избрали господина Пушкина историографом Великого ордена рогоносцев.
шут. Пушкин Сологубу, секунданту. Условьтесь с Геккерном насчет дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Из воспоминаний Сологуба. Губы его дрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, он действительно африканского происхождения. Стараниями друзей, прежде всего Жуковского, дуэль удается предотвратить. 23 ноября аудиенция в Ваничковом дворце. Государь ясно дает понять, он дорожит Пушкиным. Стоит на страже его семейной чести. Дай слово, ты не приступишь к развязке, не дав мне знать наперед. Отныне Пушкин, выходя на дуэль, не только приступает общий закон, он нарушает слово, данное государю. Впрочем, только ли о дуэли шла речь? А что, если в конце аудиенции Николай спросил: «Скажи, Пушкин, а как движется история Петра?» Мог спросить. Ведь от момента вступления поэта в службу прошло 5 лет. Пора что-то представить, но нечего. Того, что ждет государь, Пушкин не написал, а остальное не для монарших глаз. После беседы поэт стал особенно мрачен. Когда за спиной роняли книгу, Пушкин вздрагивал, будто от выстрела. Читателей «Капитанская дочка», 4 тома «Современника», написан памятник. Из дневника переводчика Келлера. В начале января я был у Пушкина. Он говорил про историю Петра. Я спросил, скоро ли мы будем иметь удовольствие ее прочесть. Пушкин отвечал: я до сих пор ничего не написал. Если бы знал наперед, не взялся. Эта работа убийственна. Не видала летица коня моего. Я Из дневника цензора Никитенко, 21 января. Вечер провел у Плетнева. Там был и Пушкин. Он сознался, историю Петра писать нельзя. Ее не позволят печатать. Через месяц царь прочтет конспекты поэта. Резолюция. Сия рукопись издана быть не может по причине неприличных выражений насчет Петра Великого. Пушкин, Борис Годунов. Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Пушкин генералу Толю,
26 января. Как ни сильно предубеждение невежества, гений с одного взгляда открывает истину. А истина сильнее царя. Из второго послания Геккерну. Барон, я не позволю, чтобы ваш сын после своего мерзкого поведения смел разговаривать с моей женой. Если хотите избежать скандала, перед которым я не остановлюсь, письма Александра Тургенева. Меня поразили слова псалтыри, которые читали над усопшим. Правду твою не скрыл в сердце своем. Вот загадка. Вот причина его смерти. Из донесения вюртембергского посланника Людвига фон Гогенлоя Кирхберга. Назначение Пушкина историографом было только средством оковать его перо и отвратить от поэзии. Из воспоминаний Алексея Вульфа. Перед дуэлью Пушкин не искал смерти. Поэт полагал расплатиться за это ссылкою в Михайловское, куда возьмет и жену. И там-то, на свободе, предполагал он заняться составлением истории Петра. Но это была бы совсем другая история. Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души, я здесь остался бы.